привет брату, тете, сестрам, маме. И еще кого позабыл, всем передавай привет. Это вот уже накануне победы письмо. Любовь Левина с трепетом читает письмо солдата Великой Отечественной войны. Социальный педагог по профессии, сегодня советник директора 12-го лицея «Химок», выступает в роли экскурсовода. Из ее уст ученики изучают историю этих экспонатов, немых свидетелей великих событий прошлого и настоящего. Если честно, это мой первый опыт проведения экскурсии вот на фестивале. В фестивале особенно важно, что здесь парад музеев. Здесь же самое интересное из каждого музея, как самые сливки, самое интересное. И мне кажется, посещение такого музея важно всем ученикам города Химки. В этот день в Артишоке побывали и ребята из школы равных возможностей. Ученики 9 класса смогли прикоснуться к экспонатам-современникам боевой славы соотечественников разных эпох и погрузиться в изучение истории. Дети заинтересовались. Общие факты всем известны про войну. А вот как конкретные детали, и тем более можно было увидеть на выставке разные экспонаты, даже послушать звуки той же сирены или увидеть рации, да, которые ребята наверняка никогда не видели. На выставке представлены экспозиции 19 школьных музеев городского округа. У школы равных возможностей своего стенда здесь пока нет. Но участие в работе фестиваля они приняли самое непосредственное. Помимо контактного изучения истории, ребята отправили письмо поддержки бойцам специальной военной операции. Молодцы, молодцы. Их ребята отправят. Они вместе с гуманитарной помощью отправляют и письмо, мы также в лицее в своем. Также в преддверии школьных каникул фестиваль посетили старшеклассники Луневской школы. Для них приглашенные краеведы презентовали уникальные археологические находки времен Второй мировой войны. Дети должны знать свое прошлое. Мы не должны их потерять. И я думаю, вот это вот нам все и помогает. Экспозиции как Великой Отечественной войны, так и конфликтов, которые происходили у нас до начала СВО и сама СВО. Фестиваль школьных музеев будет проходить в Артишоке до 5 декабря включительно. За время, оставшееся до этой даты, ожидается, что выставочный форум посетят воспитанники 25 школ городского округа. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.